Амира, привет! Поздоровайся со всеми. Это наш новый влог, и мы до сих пор сидим на карантине дома. Так что у нас особо ничего интересного не происходит. У нас появился батут. И еще. Ангелочка, тебе нравится? Ку-ку! Что-то я еще хотела сказать. Вчера мы выходили на прогулку. Машина. Амира, для твоего архива, когда ты будешь большая, и тебя кто-то спросит, а ты когда-то гуляла под дождем? Так вот, стой. Это твоя первая прогулка под дождем. Сейчас мы домой пойдем. Дождик капает. Кап-кап. Кап-кап. Амира трогает травку. Пойдем, дождь капает. Это дождь, Амира. Все, побежали домой. Дождик. Опа. Пойдем. Нагавкала. Гав. Амира мокрая вся. Зато счастливый ребенок, да? Погуляла она. Амира нашла удобное время, когда надо порисовать. Да? Сиди. А зачем такое лицо делаешь? Это у нас кривляется. Скажи, I love you, Мишка. I love you. Пока Мира играет, я вспоминаю, что у нас еще произошло. Вчера Амира в первый раз играла с яичками. И это было очень забавно. Яичко разбила. То мы сравниваем, как нам лучше снимать, какой камерой. Я пока не могу привыкнуть, что не видишь себя, когда снимаешь. Но, по-моему, наружная камера намного лучше снимает. Да? А, нет, одинаково. Только я себя еще обрезаю и ее коряво снимаю. Так что мы будем продолжать снимать со стороны селфи. В общем, вот так вот мы проводили это время. Не надо. Птички. Что? Птички. 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 И травка. Птички. Травка. Травка.
сестра Амелия. Ку-ку! Ку-ку! Птички! Птички? Птички. 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 На улице птички. 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 Морковка. Морковка. Бобо. 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 Красотка. Он твое место занял, да? Ты далеко собралась? Иди на батуте прыгай. У тебя же батут есть. Преступление? Амир, что ты творишь? Ну и зачем ты это наделала? Что это? Фу, кака. Вот зачем ты молоко вылила? Там уже ничего нету, я знаю, пусто. Ты все вылила, что там было. Молодец. Что? Не молодец? Ну, значит, не молодец. Ты натворила, да? На, теперь вытирай. Вытирай теперь сама. Вытирай. Иди вытирай. Ты идешь? Вытирай, вытирай. Ничего страшного. Оставь. Мама.
Вот вам будущий вундеркинд. Играет, учится, развивается. Покажи, что ты умеешь, кроме того, что кривляться. А вот что? Это все равно кривляние. Бум! Бум! Короче, какой у нас пизиборд есть. Вчера, на самом деле, Амира мне помогает по дому каждый день. Но вчера я это успела заснять немножко на камеру. Молодец. Ты моя помощница. Мамина умничка. Ты моя сладкая. Ух ты, как чисто! Вау, какая красота! Ангелочек помогает маме уборку делать. Здравствуй, гений. А я тебе это одену. Все. Амир, давай тебе губы накрашу. Губы накрашу тебе. Фу, кака. Слоник, какая ты красивая. Какая ты красивая. Амира, это у тебя слоник? Слоник, да? Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и мы встретимся уже с вами в новом влоге. Амир, скажи всем пока-пока. Пока-пока. Пока, Аня. О, пока. Она не хочет прощаться. Ну ладно.